Ургант? Что? Там голос такой Юра, смешной. Можно... Такой голос, блин, капец. Юра, можно... Чё ты такой? Путь гудок, три колодца. Красивый голос. Ну так-то я раньше так делал вроде. Вот такие правда. Сейчас все молчат, и я... Ты сейчас тоже можешь так же попить. Я знаю, сейчас вообще угорю. Ну пошли, играй. Давай я сяду сюда или чё? Это я? Да. Как включить микрофон? Ну ладно, я его держу, ты просто вот на экранку можешь нажимать. Включать. Чё, где я хожу? Всем привет! Еще ждать надо, просто. Просто все ходят и как бы ждут. А экранка где? А вот. Всем привет, пацаны, Алим Малика! Садись сюда, я туда сяду. Давай. Всем привет, мальчики! Мальчики, бананчики! Я русский! А как меня зовут? Тебя? Я не знал, его не имя у них не. Могу посмотреть так? Заставляю себе. Секьюрити, скорее всего. Охранник, давайте. Даже по стиму этот. Я родился! Кто я? То, кстати, тебя слышно, только кто рядом с тобой идет, пока ты играешь. А куда идти-то? Может, туда надо было? Ты ученый, тебе, получается, надо выбраться отсюда. Но не выпадаться монстру. У тебя карточка должна быть. Вот она. Вот с ней ходи. Тут доступ тебе не запрещен, значит, в другое место иди. И не стоит лучше на одном месте, это монстры могут быть. С самого начала не умри. Не сюда? Нет, здесь прохода нету. Умру уж, меня все всегда убивают. О! А! Поздравляйся. Приветствую, русские! Mall of me! Второй уровень. А у меня? Вообще, если ты не голубой, это ты прыгни. Ты слышишь меня? Прыгни, если слышишь. Нет, когда... Всем привет, пацаны, салам алейкала. Русский. Кстати, там на порох стоит. Пошел нахуй. Блин, не зазыкают. А где автоматы? Выйди отсюда. Разбей. Слышь, это у меня. Выйди отсюда! Выйди отсюда! Выйди! Да, я тоже! Ученые, мне кажется, мы скоро умрем от них. Наверное. А дайте заходите в комнату любви. Давай, убивай, охрана, вали. Вот они за ними, ты за ним. Я твой, я друг. Я русский. Ты русский? Ми бэкап! Убивай их! Кого их? А, точно. Блин, тупой охранник. Вон еще! Пошлите отсюда! Куда-нибудь! Да, ладно, все хорошо. У меня патроны закончились, все. Ты никаких патронов. А он умрет? Нет. А, он карту просто скинул? Нахрена? А, типа, карта поменяется, наверное, да? Дверь, вали! В смысле? Короче, в одну из дверей надо зайти, иначе этот... Ну, привет. Ты там... чё, меня убил, что ли, или кто? Это где? Карту верните, карту верните. А монстр просто залез. Ты не смотрел, он дверь открыл, вот залез. Куда пойдем быстрее нарисовать? Так... Быстрее иди. Беги давай. Ладно, пацаны, удачи вам. Да. Давай так же. Ну, я думаю, сейчас точно посру. У меня нет шансов. Кстати, в прошлый раз выиграл, вот такой не залез. А, сейчас умер. Да. Может, надо было... Ты достижение получил, ну. Напомните, пожалуйста. Все, сдох, да? Да. Теперь жди, когда этим охранником появишься. Я родился. А, и все? А я не понял. А что вы делаете в моем холодильнике? В холодильнике. Вы что ли хотите какать? Яйцами какать. Надо ученых спасти или они сдохли все? Ученых, по идее, спасти. Может, и сдохли уже. Я родился. Приветствие. Я попросил. Он сам из вас. Он что ли упал? Подскользнулся. Где тут русские яйца? Я в магазин пришел. Тут враги! Беги, 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 беги,
Так, кто-то тут сдох. Так, давай вот так просто сделаем. Ты же то же самое место пойдешь. Все, мы уже не поймем, где, куда и что. Блин! Все, вот это. Нет, ты просто раздох. Нет. Ни хрена себе, я тебе говорю, это вообще кадр. Набери карточку. У меня хп мало, у меня аптечка есть. Да, и камеру вроде. Да? Ты попробуй, не камера. Не, это какой-то генератор. Оружие возьми в своих случаях. Я родился, прием. Я от него кое-как выманил силу. Я родился. Прием. Мне сказали яйца купить, яйца в магазине. Нам бы карточку инженера, либо красную. Я думал, они живые, яйца мои. Я больше никогда не пойду в пятерочку. Смысл, что делать-то надо? Где ученые или что-то? А, они все сдохли. Что сделать надо? Победить! Я победил! Я победил! Я хороший. Тихо так. Я родился, и мы с братом нашли нового аватара по имени Анг. Ты наркоман. Наркоманы, мы будем жить вечно. А ваш голос дыр. Ты чем такой? Серьезно? Мы за единую Россию. Хватит, куда дрова? Погоди, дожди. А вы же ему взорваться? Какой? Я? А, да, я. Слишком тихо. Да не, взгляд будет. Они еще мут поставят мне, так что надо больно. Да, кстати, я... Не косячить. Facility Ground. Этот охранник. Нет, не хаос, а охранник этого учреждения. Карточку достань, чтобы открыть дверь. Рацию. Рацию будет. Охрана прием. У тебя горят. Охрана прием. Охранник, где? Приветствие, я где? Ты где? Почему наоборот этот принимаешь? Поговори с ним, соединись реально с ним. А вот. Приветствие, пацаны, не убивай. Беги за ним. Да нахрен мне нужны. У меня свой. Мне просто безопаснее будет. Ой, да ладно, сейчас их потеряю тут. Блин. Угу. У тебя граната есть? Там. О, закрывай дверь, закрывай дверь быстрее. Закрывай, закрывай. Все тоже закрывай дверь. Закрывай быстрее, закрывай. Все, беги, он походу двери могут быстро открывать. Да. Тоже закрой. Вот это навряд ли откроется. Закрывай лифт быстрее. Я не могу, у меня нет прав. Может, на него есть. Открой ловушка. На всякий случай. А, все, мы застряли, короче. Граната есть? Гранату готовь. Флешку, что ли? Так, мы походу застряли. Иди на разведку. Или вот прям. Вообще. Да, насчет раз, два, три гранат приготовь, кинешь, я открою дверь. Нормально, под флешечку зайдем. Открывай. Да блин, открывай. Нормально, зашли по флешечкам. Непонятно, что сказал. Так, куда идти, пошли. Вот сюда только остается. Другое. Там чего были? Да, может сюда. Ну, сзади. Птичку себе сделаешь, сейчас там. О, как убил? Стреляли по тебе?